Друзья, всем привет! Такой небольшой лайфхак по поводу охлаждения тракторов Т-16, Т-25. Значит, купил я недавно такого тракторок. Около 12 лет он здесь у нас был вросший в землю. Мы его восстановили, подняли с колен, запустили. Вот сейчас будем перегонять домой. Суть вопросов в том, что вот этот вот родной вентилятор охлаждения, я даже не знаю, может быть он не штатный, а запорожский какой-то стоит, он как бы заклинен в одном положении. Поэтому как бы перегонять домой надо своим ходом, потому что вариантов его чем-то отбуксировать или эвакуировать нету. Поэтому я вышел из положения как? Значит, было установлено вот таким вот образом электропомпа с автомобиля Volkswagen. Она сейчас в работе. Продув идет капитальный, как мы видим, вот до сюда вот. Очень сильный поток воздуха. Как мы видим, здесь все у нас колышется, выдувается. То есть дует капитально. Выключил вентилятор, чтобы было более комфортно рассказывать, так как он и дует отлично, так и шумит он, как турбина в самолете. Вот, поэтому было мной принято решение, как бы сделать такую времяночку электроохлаждения. Но я думаю, даже в будущем на постоянное внедрить что-нибудь такое, ну, как бы аварийный такой вентилятор. Может быть, куда-то здесь в кожух врезаться. Потому что, ну, как бы всякое бывает, где-нибудь при работе в поле рвется ремень, как бы запасного нету. А включил такую вот своеобразный аварийный источник охлаждения, я думаю, лишним не будет, как вы думаете. Вот, ну, мне понравилось, как оно продувает, конечно. Просто надо будет здесь сделать какой-нибудь более такой раструб, чтобы более равномерно захватывало ребра цилиндров. Ну а в целом, я думаю, такая годная рабочая идея. Вот как вы думаете? Напишите в комментах по этому поводу. Стоит ли смысл с этим заморачиваться, как бы, или в принципе хватит родной. Ну, на этом как-то так. А мы поехали перегонять наш тракторок Т-16. Пусть не близкий, кому интересно об оживлении, также об этом длинном перегоне. На моем канале есть отдельные ролики, поэтому переходите и смотрите.